Всем привет, дорогие друзья, подписчики, случайные гости, зашедшие на канал. Не забываем про комментарии, лайки, подписку и колокольчик. Я представляю ваше внимание чудо-подкормку дрожжами. Они знают многие дачники. Вообще она чудесна сама по себе. Вот мне нравится, что перекис водорода, подкормка, что дрожжами. Очень уникально. Вообще стимулирует рост рассады, обогащает микроэлементами. Способ ее приготовления очень прост. Мы берем 30 грамм сухих дрожжей, я предпочитаю сухие дрожжи, на 3-литровый баллон. И берем на 5 дней и добавляем ложку столовую сахара, размешиваем и на 5 дней даем настояться, после чего нашей бодяги 1 литр на 10 литров воды размешали и начинаем обрабатывать нашу рассаду. Подкормка для цветов уникальная, для огурчиков, помидор, перчиков, баклажан, просто супер. Обогащает все микроэлементами. И все будет расти у вас на дрожжах. В общем, не пожалеете. Тот, кто не знает, я думаю, что это одна из основных станет вашей подкормкой. Потому что раз попробуете, сами удивитесь, как у вас рассада будет обогащаться, расти, плоды наливаться. В общем, пишите комментарии, подписываемся на канал. Не забываем про колокольчик. Всем желаю побольше урожая, всем удачи, здоровья, всем пока.